Территорию парка «Маяк», так полюбившуюся магаданцам, расширят. Вторая очередь включит в себя смотровую площадку, зону отдыха и дополнительную парковку. Подрядчик – та же компания, что и строила первую очередь. Также отремонтируют прибрежную зону вдоль улицы Приморской в рамках программы формирования комфортной городской среды. Как отмечают специалисты, объект должны сдать в срок. Что касается сроков, я думаю, что, даже я не думаю, я уверен, что мы до 1 ноября, как в контракте прописано, работы все закончим. 1 ноября все думают, вот мороз, там, до нас там практически не останется на этот период мокрых работ. Там останутся монтажные работы по всевозможным игровым элементам, которые придут как покупные изделия из других регионов страны. И нам останется только смонтировать, равно как и опоры освещения и так далее. Ну, такая же ситуация была и с первой очередью парка «Маяк», и мы открывали, помните, был мороз, да, все вычислили, был фейерверк, был НР на сцене, на амфитеатре, и думаю, что здесь тоже сделали. Сейчас парк «Маяк» разбит на несколько зон. Террасы, площадки для катания на роликах и скейтбордах, детские комплексы и амфитеатр вместительностью 350 человек. Напомним, правительство России выделило более 15,5 миллиардов рублей на социальное развитие центров экономического роста в ДВФО.